Настоящие спасатели должны не только обладать профессиональными навыками, но и быть в хорошей физической форме. В Иванове состоялось первенство по самбо. В соревнованиях приняли участие 85 сильнейших спортсменов в составе 17 команд главных управлений МЧС России по Центральному федеральному округу. Ивановскую область представляли 5 спасателей. Отбирались лучшие, отбирали тренера, которые, ну, занимаются нашими спортсменами. Здесь, конечно, на первенстве регионального центра представлены лучшие наши спортсмены Ивановской области. Есть и молодые, там 93-го года ребята, есть и опытные, которые постарше 83-84-х годов, которые уже также неоднократно принимали участие даже в первенстве регионального центра. Соревнования проводились в нескольких весовых категориях. На каждую схватку отводилось по 5 минут, но бой в случае неравенства соперников мог завершиться и раньше. Если у нас досрочная победа, ввиду явного преимущества, либо болевой прием, тогда схватка заканчивается раньше. Это разница в 12 баллов, либо чистый бросок, либо болевой прием, когда соперник делает болевой прием, и соперник сдается от того, что ему больно. Одному из ивановских спортсменов, кандидату в мастера спорта Саиду Амиру, достался сильный соперник из Рязанской области. О борьбе на равных речи не шло. Амиру весом 96 килограммов пришлось бороться со 160-килограммовым мастером спорта международного класса Сергеем Борискиным. В личном зачете бронзу удалось завоевать ивановскому спасателю Хаджимараду Батырову. По итогам двух дней соревнований наша команда заняла 8 место из 17, улучшив показатель 2011 года. На прошлых соревнованиях у ивановских сотрудников МЧС было 13 место. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.